всех. И сегодня с большим удовольствием вновь выступаем на этой замечательной и уютной сцене. Сегодня вы услышите нашу новую программу, которая получила название «Времена года». В нее вошли композиции из одноименного цикла. Также мы сделали несколько новых, уже ставших традиционными для нас, интерпретаций известных классических и джазовых произведений. Ну и, конечно же, сегодня не обойдется и без наших хитов, с которыми многие из вас очень хорошо знакомы. Итак, мы начнем сейчас по традиции с увертюры. И сегодня это будет увертюра к одной из самых популярных и любимых оперетт Иоганна Штрауса. Она называется «Летучая мышь». Поехали! Нашему репертуару и всему стилю в целом. Я говорю о шутке Баха. И сегодня она прозвучит в несколько обновленной версии, потому что мы постоянно к ней возвращаемся, меняем какие-то детали, что-то добавляем, но всегда стараемся это делать с максимальной деликатностью. Итак, шутка Баха. Thank you.
сейчас мы представляем наш новый цикл, который называется «Времена года». Надо сказать, что название для музыкального произведения не оригинальное. Образы природы и смена времен года очень часто вдохновляли композиторов на создание произведений, подобных произведений. И, наверное, поэтому эта тема стала особенно интересна нам, ведь это потрясающая возможность поработать с признанными шедеврами мировой музыкальной культуры. Итак, сейчас вы услышите первую часть, она называется «Весна». И написана она под впечатлением от знаменитого скрипичного концерта Антонио Вивальди. Thank you.
еще одно произведение с, наверное, еще более знаменитой скрипичной темой Антонио Вивальди. Называется «Летняя гроза». «Опавшие листья». Thank you.
суровой, но от этого не менее прекрасной зимы, на которую нас вдохновила потрясающая музыка Астора Пьяццоллы и Георгия Свиридова. Thank you.
Конечно же, в программу «Времена года» мы не могли не использовать и знаменитое «Summertime» Джорджа Гершвина. И вот что из этого получилось. Из кинофильма «У природы нет плохой погоды». Ну, а если она вас чем-нибудь не устраивает, вы всегда можете улететь в жаркие страны. Вот примерно так сделали и мы, когда перенесли место действия танца с саблями в солнечную и жаркую Бразилию. Thank you.
одного киногероя. Элиза. Честно говоря, уже никто не помнит, кто предложил безумную идею соединить Take Five и к Элизе Бетховена, но эксперимент получился очень интересным и, как ни странно, органичным. Это произведение тоже очень плотно звучит всегда в нашем репертуаре, и сегодня, сейчас вы его услышите. Take Five for Элиза. Thank you.
вас порадовать. Вы нас тоже очень сильно порадовали. Спасибо вам большое. Всего самого хорошего и до новых встреч.